как всегда, свой день, любой, даже выходной, начиная с новостей. Кофе. Кофе уже позже, в машине, в пробке. Сегодня я сумела на Мясницкой припарковаться без нарушения правил. Была дырка, в которую я влезла, и поэтому я приобрела кофе. Вот. Но это тоже важно. В общем, сегодня, пока я ехала, я поняла... Помните, был такой фильм «Пятый элемент», по-моему, он называется. И там эта девушка, которая играла Мила Йовович, которого Лилу, по-моему, ее звали, да? Она, когда они летели в космическом корабле, там куда-то, в общем, она обучалась и смотрела видео, которое происходило в мире, и по алфавиту, там, A, B, C, D, и когда она ушла до W, типа War, да, там и все такое, да, до войны, и она смотрела кучу всяких вот этих видео, хроник, еще чего-то, и она наполнялась каким-то, ну, то есть она была таким чистым существом, и она наполнялась просто совершеннейшей агрессией, каким-то невероятным отчаянием каким-то, я не знаю, только в отличие от всех остальных людей, с кем я ее сравниваю, те, кто новости с утра читает, наполняется тем же самым, они не пятый элемент, и, наверное, одной своей личностью не могут просто спасти мир. Но единственное, что есть шанс, наверное, это то, о чем я думала сегодня с утра. Еще кого-то сбили на Щелковском шоссе насмерть. Это тоже меня с утра просто выбило из клея. Но я думаю, что если объединить всех людей, которых это волнует, то, возможно, что-нибудь получится. Вот. Мы уже 3 дня все объединяемся и стоим возле Петровки, пытаемся помочь Олегу Кашину. Конечно, мы не поможем ему выздороветь или еще что-то. Хотя я думаю, что в этом тоже что-то есть, какая-то наша помощь, потому что все мы ему желаем только здоровья, самого лучшего, чтобы ему стало легче. И, возможно, наш совместный вот этот энергетический посыл, который мы ему отправляем, то, что мы о нем все время думаем о нем все время хорошо, и постоянно о нем думают столько людей, и даже те, кто его не знает, выражают сочувствование, соболезнования какие-то в связи с случившимся, и все желают ему скорейшей поправки. Я вообще не видела пока еще, слава богу, и надеюсь, не вижу равнодушных к этой просто человеческой и профессиональной трагедии людей. Поэтому я надеюсь, что мы все это не оставим наше... Не знаю, ну кто-то молится, кто-то не молится, все разные. Но нашу как бы просьбу кому-либо, к чему-либо, чтобы ему стало легче. И я лично очень переживаю... Привет, Дима. Я лично очень переживаю за Олега Кашина, и я очень сопереживаю, сочувствую его отцу, который гостил в эти дни. И я помню, как Олег приходил к нам на канал, записывал всякие поздравления, и мы с ним успели попить кофе, и он сказал, что сегодня, типа, что вчера ему весь день отец читал нотации про то, что он не ту профессию выбрал. Олег ведь закончил БГА в Калининграде, Балтийскую государственную академию. То есть он, по сути, моряк, вот, плавал, ходил в море. И он, в общем, мы похохотали над этим, что действительно Олег в море плавать куда было бы приятнее, полезнее. Но вот профессию не выбирают, кем родился, тем родился. И такая страшная трагедия настигла меня новость в субботу с утра. Но, слава богу, сегодня сказали, что ему сделали несколько операций, одну повторную, и с ним вроде бы главное его мозг цел и невредимый, с ним все будет в порядке. Это самое главное. Олег, мы с тобой, мы тебе все время думаем, мы желаем тебе самого лучшего, чтобы тебе стало легче, и все выходные безумное количество людей посвятило тебе. И
Я еще когда ехала вчера на Петровку, для того, чтобы поддержать вот этот сбор людей, которые сбор подписей, письма, я думала о том, что обычно на всякие такие штуки они без Олега никогда не обходятся. И мне было так странно, что я еду на это мероприятие, а Олега там не будет. И это все мероприятие посвящено Олегу, это было так необычно и очень печально, наверное, для меня и для всех. И там было множество людей, самых разных, была молодежь какая-то. Я, конечно, никого, практически никого лично не знаю, там был наш журналист нашего телеканала Валерий Панюшкин, там был Тимофей Дзетко, это те, кого я знаю, был Марат Гельман, ну, было множество людей, которые, и знаете, там есть вот этот плакат, который уже стал знаменитым, про то, что избили журналиста, и мы требуем найти виновных, он уже стал знаменитым, и на него существуют, оказывается, целые списки по очереди, чтобы его поддержать. И поскольку там собираются люди такие разумные, все взрослые, думающие и переживающие, то, конечно, это никак не связано с тем, что поддержать этот плакат и с ним сфотографироваться и войти как-то в историю. Нет. Просто мы не знаем, как помочь Олегу, как сделать так, чтобы ему было легче. И когда мы думаем, что мы что-то поддержим или придем, постоим, померзнем, ему, ну, как-то это поможет. Я надеюсь на наших врачей. Я желаю, на самом деле, больших сил Жене Миловой и семье его маме, его отцу, которые уже ну, не молодые, им очень тяжело все это переживать. Вот. И на самом деле еще очень много калининградцев, которых, его друзей калининградских, которые тоже переживают и не имеют шанса прийти на Петровку, поддержать его. Они тоже очень бы хотели выразить свое соучастие в этой проблеме. Так что, Олег, мы с тобой. Пожалуйста. Ноты, которые изменили мир.